Нам нужна типа работа или типа того. Да-да, нам нужно скорее взять школы. Ребята, вы уверены, что у вас есть качество для работы в охране? Надрать кому-нибудь задницу? Да-да. А слезачевый газ и тейзеры дадут нам? Нет. Я работаю в видеонаблюдении. Проще говоря, они мне платят, чтобы я смотрел телек весь день. Клёво. Да-да, нам подходит. Это будет круто. Эй, Баффет. Люди уважают значок. Потому что это дает нам возможность надрать им задницы. Да-да, тёлкам нравятся чуваки в форме. Да, зацени. Извините, мэм. Да? Я типа охранник. Можно посмотреть ваши покупки? Да-да. Ассюм, посмотреть. Будете домогаться, я засужу вас. Воу. Эй, Баффет. Надо посмотреть, нет ли правонарушений здесь каких. Извините, сэр, вы заплатили за это? Да-да. Вам лучше сотрудничать. Извините, мэм. Вы меня? Да. Можете подойти на секунду? Да-да, на секунду. Просто поговорить. Подойдите, пожалуйста. Это будет круто. Черт, что эти два идиота делают? Вы заплатили за это, мэм? А можно чек? Да-да, квитанцию. Извините. Мы типа можем обыскать вас? Да-да. Я так не думаю. Вы болваны, зачем покинули пост? Я сам разберусь. Вы купили это, мэм? Да, купила. Я извиняюсь, но мне кажется, мне нужно досмотреть вас. Это будет полный обыск. Ах ты, подлец! Кусок дерьма. Охрана, это круто.